Дружище, давай проверим твою реакцию. Скорее ставь лайк за 3 секунды, и тогда ты самый быстрый человек на Земле. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чентони. Мы продолжаем с вами Лего Таковый Патруль Брик Рикс, но сегодня у нас будет кое-что новенькое и необычное. Привет всем, господа хорошие! В общем-то, ребята, как у нас уже выходила серия про токсичный трактор из генералов, мы нашли вот такую вот баги. Кроме того, у нас еще есть танк Скорпион и, в принципе, небольшой такой пикапчик с пулеметом, который уже был у нас в погонях, но я не сразу его узнал, поэтому, короче, мы его пропустим. Итак, ребята, баги. Довольно-таки быстрая, хорошая машина с вот такой ракетной установкой. И самое прикольное, что ракеты здесь вроде как самонаводящиеся. Так что вот эту вот падлу, которая просто прострелила нам колеса, мы сегодня будем убивать. Да вы догоните сначала на своей тарантайке. Посмотрите, друзья, лучше налево. И здесь вы увидите офигенский крутой лимузин. Длиннющий. И вот так я сделаю с твоим лимузином. Ты понял меня? Ох ты какой коварный тип, а. Охренеть. Окей, ракета прям в жопу залетела. Ты, конечно, извини меня, Юрыч. Но, что я хочу сказать. Если ты будешь так выкручиваться... Не выеживайся, батя. Лучше спасайся. Ладно, все, я уехал. Короче, у нас сегодня Лего-танковый патруль будет в роли, видимо, террориста, потому что он именно приехал в город уничтожать всяких мажоров на лимузинах, понял? Да, именно не на танке, а именно на баге он будет. В чем плюсы баги? В том, что она может стрелять на ходу, и, в принципе, ракеты летают хаотично, и очень прикольно. Кстати, ты, братан, не перешел за другого. Да? Окей. Но в управлении, короче, она шатается. Шатается. Так, ладно, давай, попробую остановить мой лимузин, но я думаю, это будет легко. Он, падла, еще здоровый, такой длинный. Но самый прикол здесь, знаешь, в чем? В принципе, в генералах, в самой игрушке, данные баги, то есть они вот тоже стреляли в цели, и они стреляли хаотично. То есть, знаешь, такая зенитка, которая не целенаправленно бьет, а просто сплэшем бьет по местности. Ага. И тут, в принципе, ракеты летают так же. То есть я не знаю, как автор реализовал, но он просто красавец. Вот просто лайкос отдельно. Вот за это такое можно поставить. Лайкос, давайте автору поставим лайкос за такую баги офигенскую. Просто красава. Если он еще и другую технику будет воплощать в жизнь, то я все, я потеку. Устроим потом генералы Брик Рикс. По секрету скажу, он уже потек немного. Лови ракету лучше. Тебе, кстати, повезло, братка. Ракеты летают очень хорошо и очень далеко. Ой-ой-ой. И это значит, что минус лимузин, наверное, будет сейчас. Ой-ой-ой. Нифига. Они на шару летят, братан. Нифига себе. Господи. Три осталось. Господи, едет. Ой, сам себя взорвал. Я, получается, сам свою ракету поймал, что ли? Да, и слушайте, ребятки, но в нашей истории может выжить, конечно, не только террорист. Ну да, выжить-то могут все. Но также и бандюги. Ух ты, нихера себе! Ты видел, как ракета пролетела? Да, прям мне колесо выбило передние. Она по земле пролетела, как торпеда, и тебе в нище куда-то упало. Да, я вижу. Вот этот топич был, охренеть. Просто на миллиард. А как ты живой еще? Ты умер уже, братан. Да? Да. Разве? Блин, ну это охеренно, да. Я это живой, я... братан. Да я вот ты? Вышел и пошел. Ты что, прикалываешься? А, вот он минус здание. Да, я вижу, вижу. А, интересно, я тебя ракету убью? Ну-ка. Или ты... Я прям поймал ее в лоб, прикинь. Это было жестко. Что ж, ребята, вы, думаю, наверное, поняли потенциал данного баги, поэтому мы сейчас поменяемся ролями и, в принципе, думаю, что, может, даже несколько заездов успеем сделать. Да, погнали, ребятки. Что ж, ребята, полиция узнала, что в городе орудует какой-то маньяк на баге с ракетами, и поэтому полиция уже едет его ловить, типа, якобы. Полиция меня ловить едет? Да. Хотел бы я на это посмотреть-то. Пупсик, где ты? Мы тебя ищем. Полицейский пока не в курсе, что его ждет, поэтому он скоро будет удирать. Да. Ну давай. Я же доблестный полицейский. Выехал за тобой. Я доблестный полицейский, который должен выполнить свою работу и найти она тебя. Она довольно-таки быстрая еще. Нет, она хорошая, но она в поворотах этот скачет. Торсион у нее работает, по-моему. Так. Где? Где, товарищ вор? Не, ну мне интересно... Опа! Вот он! Лови его! Лови его! Воу! Эй! Эй! Полицейский все понял, ты видел, как ракета пролетела по крыше? Я вижу. Это просто, это настолько шара было. О! Ты видел, как она стреляет, господи?
Оу! Господи, это что было сейчас? Возле меня что-то взорвалось. Они рядом. У меня иногда еще падают, понял? Падают? А, ну они падают, да. Они не всегда прямо летят, они еще взрываются, типа, да. Да, я вижу. Да хорош тебе, слышь! Полицейский все понял! Охренеть! Давай, стреляй, ну выше, падла. Господи, ракета летает просто сейчас минус Антоха. Маленечко. Ну что ж, минус еще один бандиган, это хорошо. Блин, охренеть. Ну, мне понравилось, как от лягушачила, короче, ракета по крыше. Прям как лягушка, тык-тык-тык. А так и есть. Да, господи, я с ней не могу справиться. Она у меня почему-то не едет иногда, так, тихо. Ну, кстати, на этой самоходке, я так понял, здание рушить очень быстро можно. Наверное. Мы все-таки тебя поймаем. Полицейский не дурак. Он сейчас жопы заедет. Так, меня сейчас сильно. Жопы сейчас заедем, как тебе в дупле там вдарим. Да ладно тебе, ты че? А че она назад не едет, слушай? А зачем тебе ехать назад? Тебя убить. Не надо меня ехать назад убивать. Едь вперед. Господи, араб. Араб на двух колесах просто проехал метров 10. Эй, араб, ты где вообще ездишь? Что-то она какая-то странная. О, здравствуйте. Уважаемый. У меня ракета упала. А то, что упала, она от дома отрикошетила. Да почему она не стреляет? Чего они у меня падают-то просто, господи? У меня она летит прямо нормально. Ну потому что ты можешь хост, у тебя все нормально, слушай. А, ну может быть. У меня что-то через жопу все она как-то стреляет. Не, ну ракеты прямо летят как бы нормально. Ну так нормально, через две получается. Ну, эй! Ну вот она не стреляет. Вот я жму, они падают просто. Вот через две получается она стреляет только. Ну не знаю, у меня из всех упало только две. Остальные летят. Но они летят хаотично, они не всегда прямо летят, я же говорю. Что тебе надо вообще? Так я понял бы, что они это. Во, пошла жара. Ну-ка. Да ладно! Господи. Мое второе имя Мансур, наверное. Мантики. Я хер знает, как твое имя, блять, она стрелять будет, эта тварь. Она стреляет нормально. Да она не стреляет, она через две стреляет. У меня две вон лежат уже на крыше моей машины. Ну у тебя, наверное, отображение. У меня все твои ракеты летят, то есть прям летят в меня. Да, только почему-то они возле меня не врезаются. Ребята, напишите в комментариях Юрычу, блядь. А то я не могу до него донести. Напишите в комментариях Юрычу, блядь. Ну давай. Господи, наконец-то дебильная эта машина попала. Мы, короче, тупанули. Надо было тебя за хвост она создать. Ты тоже знал, что она так поведет себя. Но тем не менее, ракет, смотри, залетела. Охереть, просто стреляешь, она просто падает мне на крышу и все. А, у тебя даже на крышу падает? У меня нет. У меня, получается, они разлетались в разные стороны поблизости бывало и тоже взрывались, но... Да нет, если б я видел, что она хотя бы летит, это понятно, а она просто падает, то есть, как знаешь, как осечка. А, ну я понял тебя, но это отображение, да. Друзья, в общем, продолжаются наши погони от этой безумной баги с ракетами, и, в общем-то, я даже не знаю, что это происходит. Что-то я взял очень такой Ямал, ёпсель, я взял. Кого? Ямал. Это что? Я хрен его знаю. Да ты охереешь, что это такое. Я сам охереваю с его просто 30 км в час. 30 км в час, братан? Но это не так уж и быстро, на самом деле. Я тебя могу просто это... Для этой махины это быстро, поверь мне. Я тебя могу, кстати, прокатить, если хочешь. На чем? На Ямале. Знаешь, что такое Ямал? Сейчас узнаю, и мне что-то интересно. Звучит как Урал. О, Урал, да, Юрал. Юрал. Юрал для Юрала. Ой-ой-ой-ой-ой, арабиш на баге делать не стоит, ракеты взрываются обычно. Интересно, ты меня сможешь найти? Ты что такое? Так, не подходи ко мне сзади, брат. Господи, страшно. Страшно, но... Так я стреляю не в тебя, в здание. У меня вообще нету, короче, знаешь что? Нету вариантов от тебя уехать. Ну как бы да. Но как бы проверим его броню. Это что значит за дура такая космическая? Главное ко мне в голову не стреляй пока. Давай сначала прицеп отстрелим. Ну давай прям задницу тогда, чё? Давай, я задницу поставил тебе. Так, ну летят ракеты, они летят хаотично, кстати, братан, так что это. Господи, минус ось и все, и приехал Антоха. Здравствуйте.
Здравствуй. Привет. Ты просто смотри. Одна получается, ну не обойма, как она называется правильно? Кассетная херня, ракет просто уничтожает сразу машину в дребезги. Да просто у нее колеса вылетают сразу же, господи. Господи. Это к тебе. Господи. Тук-тук. Что происходит? Не, ну он капец, конечно, мрачный, вот этот Ямал. Да он вообще что-то здоровый. Это какой-то вездеход, видимо, созданный специально для северов, знаешь, по трясине всякой кататься, для по болотам. Для такой херни надо хотя бы, чтобы колеса-то были покрепче. Ну да, и побольше. Да, тут что-то как-то вообще несерьезно. Какая-то такая маленькая вездеходочка. О, смотри, у тебя даже колесо с шипами было, прикинь. Да, как ладно. Сделал разработчик, да, он валяется. Ну типа да, в зиму, наверное, на нем ездит. Ямал, это, по-моему, северяне на таких ездят. Ну, блин, ну короче, ребята, прикольный Ямал, прикольная баги, вообще прикольная серия, мне кажется. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. И, возможно, кстати, мы баги возьмем куда-нибудь в битвы танка, потому что потенциал есть и прикольненькая машинка. Да, ребятки, поэтому, если вам понравилось, то подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Пока, ребята.